новина про те, що цього року у складі журі буде Ніно Катамадзе, дуже потішила наступного учасника. Мені звати Яго, я з Грузії, сонячний город Батумі. Я перебираю здесь, и просто Львов – это очень красивый город. Вы очень хорошие люди. Я уважаю вас, люблю вас. Просто хочу петь. Добро пожаловать. Давайте знакомиться. Меня зовут Яго, я из Грузии. Очень приятно. Город Батум. Очень приятно. В Вове отдыхали, да? Жена это сказала, ну, идти на X-Factor. Я здесь сегодня. То есть просто приехали отдохнуть во Львове? Да. И тут увидели, что X-Factor, да. Кастинг, и решили прийти. Потрясающе, это здорово. Ну, я очень рада нашему знакомству, хочу, чтобы сейчас все получилось у тебя. Спасибо. Приглашаю на сцену на ступенчики. Спасибо. Слава Україні! Камарджубайт. Камарджубайт. Рогурхар. Аргат, кой рогурхар? Кмайт ловц. Михария Залин, калбадон нину рокхедав так. Так, если Михария есть информация, это Залин Михария. А ничего, что мы с соседом тут присутствуем? Ваня-то понимает грузинский? Я все понимаю. Да. Потом перейду. Хорошо, потом. Его, я тоже очень рада, что я вижу тебя. И я сейчас... Я хочу, чтобы ты дал что-то запах моря Батумского. Конечно. Очень, очень сильно желаю. И что ты приготовил? Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Очень-очень красивая песня. Это «You are so beautiful». Пожалуйста. Yeah.
что Яга прекрасно пел. Но вы знаете, Яга, мне было скучно это слушать. Ну, хорошо это было. Вы делали оттенки, какие-то краски. Но много на нас снова. Не, хорош, хорош ты парень. Очень разносторонний ты. Я просто хочу просто голосовать. Я на грузинском. Спасибо. Мне подобается твой голос. Я скажу украинскую. Так. А я, Яго, скажу вам нет. Это тот случай, который мне... Я, мне не стыдно. И с гордостью говорю тебе «да». Спасибо. Три так, ты пришел. Да, спасибо. Всем. Какие вы хорошие, мои мужики. Пам-пирям-пам. Так мы хорошие, потому что мы твои мужики. Были бы чужими мужиками, ну, были бы, черти что были бы, понимаешь? Привет, да, привет, да. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.